Перспективы освоения недр Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, участие компании в социально-экономическом развитии Ненецкого округа и не только это обсудили на рабочей встрече глава администрации округа Игорь Кошин, первый вице-президент компании «Башнефть» Михаил Ставский, старший вице-президент компании «Лукойл» Азат Шамсуаров. Реализация одного из крупнейших по запасам нефти в России сухопутного проекта «Трепс» и «Титов» и развитие созданного в марте совместного предприятия «Восток-НАО» – основные векторы совместного стратегического развития «Башнефти» и «Лукойла». Сегодня компании вводят новые производственные мощности, а значит, увеличивают налоговое отчисление в бюджет округа и финансовую поддержку в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. Нас интересуют не только производственные задачи, но и то, чтобы территория, где мы работаем, была территорией развития. Ведь здесь живут наши сотрудники и их семьи. Поэтому качество жизни людей для нас имеет важное значение, отметил первый вице-президент компании «Башнефть» Михаил Ставский. К примеру, в «Башнефть-Полюс» работают 455 человек. Из них почти половина – жители Ненецкого округа. К 2016 году мы доведем долю сотрудников предприятия, постоянно проживающих на территории региона, до 60%. А компания «Лукойл» осенью намерена представить новую программу развития, в которой Ненецкому округу будет отведена существенная роль. В настоящее время готовится к подписанию новое соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и нефтяной компанией, которая будет действовать в течение 5 лет. В свою очередь Игорь Кошин заверил партнеров в том, что власти округа заинтересованы в скорейшем развитии нефтяных проектов, создании нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также активном участии недропользователей в стратегически важных для округа сферах.